На надежду, брат. Бля, откройте вторые ворота, вам сложно, что ли? Что за скин? Это свитерок. Ты ворота открой, бесполезнич. Боже, что за люди? Зачем? Блядь, что я делаю? Какой сундук, Роман? Не, ну ты индеец. Не дотянется же, да? Не дотянусь. Оп! Бамбузел есть. Оп! Пусть нам кружит голову месяц май. Не пропадай. О, стойкий! Не пропадай меня, не меняй. Меня так не впирает дурной кайф, как быть с тобой. It's my life. Блин, подождите, я тут в мэнсах. Раз, два, три. Не получилось. Эксперимент, очевидно, неудачный. Братья, а может кто-нибудь... А может и нет. Знаешь, уходит вокруг, блин, система антикэмпа. Хороши мои мальчики, просто лучшие. Шкаф. О, вы видите, что она сделала? А, ебать, он хорош, я понял. А что она делает? А что она делает? Нормальная, нет? Давай быстрее! Беги! Ну беги, что так медленно? Пиздец. Забирай. Слушайте, ну жестко, жестко, потненько. Надо до мейна, по сути, добежать каким-то образом. Да, я умер. А за что бить-то меня? Бить-то меня за что, блин? Все, поехали, я жестко заряжен. Просто вот... Поехали, готов, девочки, девчонки. Ромбль, это шалун, конечно, Саша. Это просто вся моя жизнь, шалить. Спасибо тебе огромное, сука. О, конечно, спалили. Да, спалили за... Ну что мне с ними... Вот что мне с ними делать, блядь? Не, я не буду их снимать. Нет смысла, блядь. Да, на люк. Нет, нет, я туда не пойду. Вы что, ёбнулись? Ну, в смысле, они что, ёбнулись? Сливайтесь, сливайтесь. Я не буду вас спасать. Слушай, ну если бы пробил, я бы, конечно, охерел, если честно. Команда мечты, да. В очередной раз. Сейчас этот М45 к сода упадет. Две секунды мансы, кстати. Мне кажется, их уже ничего не исправит. Давай в люк. Подожди, я этого бездаря еще спасу.
Ты пойдешь каблуки покупать? Я не пойду каблуки покупать. Зачем мне покупать каблуки, если я и сам каблук? Приятно видеть хороший онлайн в начале стрима, 70 ботов. Да, накрутил. Я бы тоже поснайпил, но обрабатывать надо фотки. Тебе не фотки, тебе надо это... жезлы обрабатывать. Понимаю. Ну-ка, повтори еще раз. Признавайся. Обрабатывать поршни. Бля, че низ? Жезл Мора, ты уже обработал, Ром, за это. Спокоен. Ну, как говорится, это... Я Мора, ты все остальное. Оп. Блядь, сейчас незаконно было вообще-то. Да ебать, ты, по-моему, перепутал. Как же он не хочет рашить? Да ты перепутал, говорю, по-моему. Морж слабее нюрты, но через стены не блинкуется. Насчет Фредди согласен. Абсолютно тир один. По 5 раз, блядь, за день. Оп, и на адрике вперед. Не, нихуя. А завести? А зачем? Ну как это? Зачем? Ну, это же... Я для чего хит получил, дебилы, блядь? Я в ахуе с этих тиммейтов, блядь. Вы конченые, нет? Это пиздец. Он просто 99-й ген отпускает и начинает филить. Охуительно, блядь, толпоёбы. А я не знаю зачем, этот вообще АФК периодически стоит. Я для чего хит получил, дебилы, блядь? Я в ахуе с таких тиммейтов, блядь. Вы конченые, нет? Это пиздец. Он просто 99-й ген отпускает и начинает хилить. Охуительно, блядь, долбоебы. Охуительно вообще, тиммейт лучший, блядь. А я не знаю зачем, этот вообще АФК периодически стоит. Сука, вот... Я надеюсь, хоть кто-то из них говорит по-русски. Хоть кто-то из них, я надеюсь, говорит по-русски. Хочется кого-нибудь отчехвостить просто. Ой, надо чертик ставить. Не дай бог на 5 генах кто-нибудь, что-нибудь, кого-нибудь. Да, надо чертик ставить обязательно, брат. Правильно делаешь. А, хорош. Понял? Надо спридропать нахуй. Тиммейты в иншу, ожидания оправдывают. А я ничего другого от них не ожидал, серьезно. Блять, а что тут, нихуя нет? Оп! Нет. Братик. Ты нормальный?
Слушайте, а ведь он хочет. Вы же видите, как он хочет? Давайте сразу спрыгнем вот так вот. Бля, страшно, очень страшно. О, Lucky Bite. Да ты заеб. Нет, знаете, вот эти вот, типа, горка такая надувная, детская. Вот я бы хотел на ней попрыгать. Но, увы, наверное, меня не пустят. Скажу, слишком большой парень. Сломаешь. Ну да, да, сломаю. Но которая, понимаешь, Вик, которая полностью надувная. Вот, по сути, как ты ее сломаешь? Это же просто батут. Я детей сломаю, а не горку. Батутный центр. Сходи, напрыгаешься на 100 лет вперед. Да я боюсь, он для взрослых. Я для взрослых боюсь. Я хочу куда-нибудь, где только для детей, в общем. А там как будто бы безопаснее. Какая страна тебе нравится? Казахстан. Да я нормально пою, у меня вообще красивый голос. Замечательная тональность. Попадаю во все ноты. Красивый голос для шансонье, да. Для запасного солиста российской группы Бутырка. Шизофрения. Привет, ты красивый. Привет, Костя. Спасибо большое. Ты тоже красивый. Вроде как. Но я не уверен. Я тебя не видел. Пока волоскины. Я Костян. Спасибо большое. Я как-нибудь без твоей фотки проживу. Ой, рассмешнил, конечно, Костян. Ты случайно не перк Трикстера? Нет. Тогда почему у нас у всех от тебя такое фанатение меньше, чем 3? Спасибо, спасибо. Вадим и тот подорожал просто. Да конечно, блин, сейчас все дорожает. А вы что хотели, блин? Чтоб все по кайфу было? А все по кайфу уже не будет, понимаете? Время не то. Все по кайфу уже не будет, понимаете? Время не то. Знаете, вот если бы не Сабдей, я бы, наверное, тоже не пил. Ну, точнее, если бы не... Если бы не алкостримы, наверное, так себе звучит. В общем, если бы не стримы, я бы, наверное, тоже реже пил. Да-да! Да я прав... Ну, я не оправдываюсь. Это абсолютная правда. Рома, а может ты перкушка? А то у меня уже мурашки по спине. Оп-оп-оп. Что, брат, кончились у тебя уже ножи, да? Она скоро кончится.
переигран, да? Ну, прям реально, с кайфом. Я люблю эту темку. Ну что же вы все с анонимки-то мне донатили, блин? Я с анонимки не смогу посчитать, кто сколько донил. Вот это уже, конечно, опрометчиво, братик. А меня тут уже нет. Ну, сука, ну я вот всегда думаю, что все будет нормально. Нет. Нет-нет. Ничего никогда не будет хорошо. А он из-за твоего овердрайва не запиливает. I'm fine to get a bedum ding dum dibidum ding dum dibidum ding dum. Что-то заканчивать не хочется, знаете? Вот что-то как будто бы не хочется заканчивать. Не заканчивай. Хорошо, гейш. Как скажешь. Чем врезаюсь в тех местах, где не должно ничего быть, я на том месте упираюсь. Но это просто надо понимать, что некоторые текстуры не всегда нужно облизывать настолько сильно. Потому что да, есть какие-то артефакты на текстурах, которые ты можешь упереться. В общем, не облизывайте, пацаны. Не по-мужски это. Кстати, кайф с окошками, вообще кайф. Ой, я, конечно, бездарь, ой, я бездарь, а. Но я не хотел эту палету скидывать. До талого не хотел, потому что два окна в палету смотрят. Видите, вот, вообще кайф. Хорош!